Сегодняшние руководители среднего звена, инженеры, мастера предприятий завтра могут стать у руля компании. Поэтому важно, чтобы они были готовы к любым вызовам, а первые лица «Металлоинвеста» готовы делиться с ними своим управленческим опытом. Программа «Поколение будущего» объединит перспективных сотрудников всех комбинатов, кадровый актив компании. Нам с вами нужно будет обратить внимание на следующее поколение руководителей и зажечь свет в глазах, интерес к жизни у тех, кто считает нашу жизнь обыденной, малоинтересной. Это на самом деле совершенно не так. И собрать, выбрать из тех, кому сегодня 25, 35, 40 лет, тех ребят, тех девушек, которые через 3, 5, 7 лет будут возглавлять и наши предприятия, и группу в целом. Такие встречи – это не рабочие совещания, а свободный диалог в неформальной обстановке. Быть открытыми друг другу – залог успешного взаимодействия, уверен Андрей Варичев. Он подробно рассказал о производственных показателях, которых удалось достичь компании в 2018 году. «Металлоинвест» улучшил свои позиции на внутреннем и внешнем рынках. По некоторым видам товарной продукции достиг рекордных отметок. И в 2019-м планирует только укреплять лидерство. 2019 у нас может стать уникальным. Все виды нашей товарной продукции рентабельны. И прогноз по производству высокий, стабильный, прогноз по прибыли. Добиваться высоких результатов невозможно без основного профессионального труда каждого на своем месте. Сотрудники «Металлоинвеста» – это и есть главный капитал компании, который необходимо сохранять и приумножать. Создавать комфортную среду не только на предприятиях, но и за его пределами. Вклад «Металлоинвеста» в социальные программы и благотворительность во всех городах своего присутствия только в прошлом году составил 2 миллиарда 200 миллионов рублей. С 1 января увеличена зарплата на всех предприятиях компании. Фонд оплаты труда вырос на 5%. Еще одна приоритетная тема – охрана труда. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом, важно соблюдать все правила и требования. А руководителям еще и быть образцом для своего коллектива. Если ты видишь, что нарушается правило ТБ, на любом остановите эту работу. Давайте по-другому относиться. По-другому относиться к ношению каски, по-другому относиться к ношению очков, вирушей и так далее. Своим личным примером. Люди смотрят и всегда могут сказать, ну, вон начальник пошел, не одел каску, не пристегнулся в машине там или еще что-то сделал. Ну ладно, если уж начальнику можно, он нам лекции читает, а сам не делает. Всегда должен быть личный пример. Эта беседа открыла цикл встреч руководителей «Металлоинвеста» с кадровым активом компании. Впереди также диалоги с коллективами остальных предприятий – Лебединского и Михайловского ГОКов «Уральской стали». Программа «Поколение будущего» дает возможность горнякам и металлургам узнавать новое, обмениваться опытом, а еще обсуждать наболевшие темы и предлагать свои решения задач. Мы с вами все понимаем одинаково, смотрим на наши проблемы, одинаково понимаем их решения. И если возникают какие-то вопросы, мы их одинаково вместе решаем. Вот этот вот диалог для нас крайне важен. Это также элемент нашей корпоративной культуры, которую мы хотим улучшать в том смысле, что общение и вовлеченность. Растить смену уже сейчас, сохраняя дух и лучшие традиции компании. Только так можно удерживать лидерство и двигаться к новым целям. Известно, кто не смотрит вперед, оказывается позади.